Всем привет! Предлагаю вашему вниманию хронику подготовки Борисовского каскадного парка к проведению международного фестиваля фейерверков, который пройдет в Москве с 19 по 20 августа. За 8 дней до начала этого мероприятия. По всей территории идет монтаж аттракционов для детей, для людей более старшего возраста. Территория приводится в порядок, косят траву, устанавливают туалетные кабины, готовят сцену, где будут выступать артисты. Она поднимается потихоньку. Постараюсь каждый день размещать короткие видео о этом мероприятии. Значит, съемка ведется со скоростью 1 кадр в 10 секунд. То есть примерно 2, максимум 3 минуты будет предложено вашему вниманию за каждый день. То есть каждый день 2-3 минуты. Постараюсь в это время укладываться. Во время проведения самого фестиваля буду проводить съемку. Ну, какого будет качества, сказать трудно, потому что нет надлежащей аппаратуры. Видите, как солнце садится с левой стороны, вот, ага. Ну и до следующей серии. Всего доброго.